Последние проверки депутатов законодательного собрания Челябинской области показали, дефицит лекарств в аптеках уменьшился. В наличии все необходимые препараты для лечения вирусных заболеваний. Единственное, что вызывает вопросы – цены на них. Стоимость медикаментов в условиях пандемии поднялась в среднем на 20%. Мониторинг мы будем продолжать. Мы будем встречаться и обращаться к производителям, выходить на федеральный уровень. Но самое главное, мы обратились к социальной ответственности тех владельцев и аптек, и крупных дистрибьюторов, воззвали к этой социальной ответственности для того, чтобы цены перестали расти, имели тенденцию к снижению, ну и препараты, которые сегодня жизненно необходимы, они были в аптеках. Рост цен дистрибьюторы объясняют сезонным фактором. Говорят, перед Новым годом перевозчики поднимают стоимость услуг несколько раз. Поэтому идут дополнительные расходы. Но обещают, что после праздников начнут цены снижать. На некоторые лекарства делают это уже сейчас. На прошлой неделе получилось достигнуть договоренности. Снизили стоимость ингаверина. Если он раньше стоил в районе 830 рублей, то сейчас стоимость составляет порядка 730 рублей. Несмотря на то, что спрос на противовирусные препараты вырос в 5 раз, Министерство здравоохранения говорит, в аптечных пунктах есть почти трехнедельный запас медикаментов. Областные парламентарии попросили представителей фармацевтической отрасли через соцсети информировать горожан, где и насколько снижаются цены на лекарства. Наталья Кудряшова, Владимир Котегов, Урал-1.